Свинья дошла до Люберец. Масштабный антимусорный рейд проходит в городском округе. За 4 дня участники оперативной группы выявили 10 нарушителей. По предписанию инспекторов Госавтотехнадзора они привлечены к административной ответственности. Какое наказание предусмотрено за выброс мусора вдоль дороги, узнаете в нашем следующем сюжете. Оперативная группа приехала в деревню Матюково ранним утром. Обычно люди, которые идут на работу, в спешке кидают мусор, где придется. Местом проведения рейда выбрали остановочный павильон, за которым находится контейнерная площадка. Подобные проверки в населенном пункте проводятся периодически. А сейчас по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и вовсе каждый день. Данные рейды проводятся ежедневно на самых проблемных участках нашего поселка. Это контейнерные площадки в деревне Матюково, также остановка в деревне Машково, также Красковский карьер и Кореневский карьер. Нарушитель не заставил себя долго ждать. Через некоторое время появился мужчина, который небрежно бросил пакет с мусором рядом с контейнером. Первым в диалог с ним вступил инспектор Госавтотехнадзора. Мы сейчас видели, как вы совершили правонарушение, выбросили мусор не в контейнер, а рядом с ним. Зачем вы это сделали? На нарушителя чистоты составили административный протокол. Выброс мусора в неположенном месте обошелся мужчине в 4000 рублей. Это минимальное наказание за данный вид правонарушения. У него есть 10 суток на обжалование данного постановления. Если он не обжалует, то в течение 60 дней он обязан оплатить данное постановление. Обжаловать постановление мужчина не собирается. Напротив, обещает вовремя оплатить штраф и впредь больше так не поступать. Не буду больше. Все. Это первый, последний раз. На физических лиц штраф за выброс мусора в несанкционированных местах составляет от 4 до 5 тысяч рублей. На должностных лиц от 30 до 50, а юридические лица могут заплатить до 500 000 рублей. Эти цифры предусмотрены Кодексом Московской области об административных правонарушениях. Луиза Егязарян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.